Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по боксу Рамс ПТС, где я абсолютно без вложений зарабатываю денежку. И в сегодняшнем видео у меня очередная проверка на вывод. Напоминаю, минимальный вывод отсюда 10 центов. Кто не знает, и каждый последующий вывод увеличивается на 10 центов. Я делала первый вывод. Сейчас нажму вывод. У меня минималка была 20 центов. Вот сейчас, как видим, минимум у меня уже 30 центов. Сегодня я заказала на вывод 3 доллара. Максимум я могу вывести. Вот у меня было 20 долларов. Обратите внимание. И стало вот 17 долларов. Комиссия 0. История вывода. Значит, 26.09.20 год. 3 доллара на Payeer. Платит инстантом. Переходим на Payeer кошелек. На Payeer кошелек, вернее, на почту. 2.97 с учетом комиссии Payeer. Вот. И... вот их кошелек, что они мне перевели. Ну и мой, естественно. Комментария тут и нет такого. Вот. Это было 17 минут назад. Я ставила на вывод. Только что здесь отработала. Всю рекламку я ПТС просмотрела. Я что хотела? Я хотела сделать перевод с майн баланса на Поршаз баланс. Но здесь этой функции нет, друзья. Деньги. Так бывает рекламка. Если мы нажмем на деньги, здесь только депозит, вывод, подарочные карты. Нет карт. И вот еще какой-то код. Ну и логи. Вот. А чтобы перевод, знаем, да, в аналогичных буксах обычно есть перевод. Здесь нет. Здесь надо делать... тогда уже как бы пополнять напрямую с кошелька. Я хотела сделать... апгрейд за 5 долларов. Вот у меня было 3 доллара. Здесь у меня на Поршазе 2 доллара. Ну ладно. Будем тогда выводить. Пока так поработаем. Без вложений. А там посмотрю. В общем, ну вот мои 3 доллара. Также вот я здесь зарабатывала. Как бы последняя статистика. Ну чата здесь нет. Вывод. Также здесь показан. Ну, в принципе, на этом все. Продолжаю работать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.